Мы услышали выстрел. Выбежали посмотреть, в чем дело. Думаю, это все красный призрак. Недавно я сам его видел. Завернул за угол, а он прямо сквозь эту дверь проходит. На нем малое одеяние, а лицо — страсти Господни. Я не раз слышал странные звуки и даже голос призрака. За этой самой дверью. Бодуэн был в комнате один, а у призрака был жуткий акцент. Несколько раз слышал. Легенда не врет. Давным-давно вблизи этого места казнили баварского убийцу. И его красный призрак с тех пор бродит тут. Вы видели рисунок? Возник из ниоткуда вчера. Я Легаль, советник министра финансов Бодуэна. Час назад он заперся в кабинете. Последнее время он был в большом смятении. Как жаль, что все кончилось столь прискорбно. Легенда не врет. Давным-давно вблизи этого места казнили баварского. Советую не усложнять. Назови имя. Эй, грязный предатель. О, вы тоже бесплодный ложь, Давай! Эй, пора...
Je vous prie de sortir sur le champ. En quoi puis-je vous aider? Et je vous attends depuis 3 mois. Да, мой муж ревнив, как 1000 чертей, но он и мухи не обидит. Я с чернью объясняться не намерен. Parole.
Что? Что ты делаешь? Вы видели? Он вошел и... Нет, Бодуэн не мог нас надуть. Он все потерял. Его банкир в бешенстве. Я видел письма. Он своему кредитору должен без меры. Плевать! Верни долг! Кто? У меня нет денег, молю! Заткнись, я из тебя дух вышибу! Плевать! Верни долг! Да, я сделал эликсир. Такой острый запах рождается из смеси нескольких трав. Богач Бодуэн пришел ко мне, просил средства, чтобы отпугнуть призраков. Я назвал его глупцом, но он потряс мошной, и я согласился. Что? Вернись сюда, вор! Обратно.
Я Легаль, советник министра финансов Бодуэна. Час назад он заперся в кабинете. Он был жалок, тогда как я прирожденный министр. Это было на благо страны. Это было самоубийство. Я ни при чем. Ну, может, это действительно был призрак. Но надо же кого-то судить. Бери, что хочешь.